Израиле, и когда заключите небо 3 лета и месяц 6, якобы из глад велик по всей земли, и не ко единой их послан бысть или я, токмо в Сарепту Сидонскую, к жене вдовице, и мнозе прокажений беху при Елисее пророце в Израиле, и не един же от них очистися, токмо не имам сириянин, и исполнившийся всей ярости в сонмище, слышавшийся я, и восставший изгнавший его вон из града, и ведавший его до верху горы, на ниже град их создан бяше, дабыша его не зринули, он же прошед посреде их идяше. Слава тебе, Господи, слава тебе! Пророче Божий Илье, моли Бога о нас! Пророче Божий Илье, моли Бога о нас! Слава Сыну и Святому Духу! И ныне и присно, и во веки веков, аминь! Пророче Божий Илье, Пророче Божий Илье, моли Бога о нас. Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пророче Божий Илье, моли Бога о нас. Пророче Божий Илье, моли Бога. Не имам иные помощи, не имам иные потери. Прошу тебе, Владыка, Бог очень Илья, пророчий очень Илья, пророчий поделился, молим, молим, пророчий Илью, и второй крестский срок, мы за этим верим. Высшие награды, нам передовую курсу, высшие награды, слава честь России. Помилуй нас, Боже, повелицы милости Твоей, молимся, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине, Преосвященнейшем Епископе Игнатии, и все его Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, еже сохранитесь, Богослови. Дмитрий Анатольевич, мы ищем очень просим вас избираться на втором детский срок, избираться на втором детский срок. И Владимир Анатольевич Шаманову тоже. Высшие награды Медведеву, Путину, Шаманову, Собянину. За второй президентский срок Медведева. Дмитрий Анатольевич, мы вас очень просим, избирайтесь на второй президентский срок. Наша Россия. Владимир Анатольевич Шаманов поддержал. Спасибо вам. Восхищаемся вашим подвигом. Наша Россия, наш президент. Вас наша сила, право и честь. Шаману тоже. Высшие награды. Шаману. Собянин. За второй президентский срок Медведев. Можно с вами? Сейчас, да. Страна великая. Ваша команда. Три вещи. Семья, дом, самые близкие люди, дети и его чувства. Чувство любви к ним. Через несколько мгновений наступит Новый год. Давайте поздравим друг друга. Пожелаем любви и счастья. И пусть сбудутся все наши мечты.
Вы творческой группы Нестеровы Метлицкие. Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Виктория Владимировна, Стелла Владимировна. Мы все голосуем за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. За курс самой прогрессивной передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия», призывая всех россиян дружно и единогласно голосовать за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Ура! Поздравляю вас с праздником! Победой второго президентского срока Медведева! Высшими наградами! Какие ваши впечатления? Не скажете, будьте любезны, несколько слов. Я вижу, что интерес, он неподдельный к этой выставке, и интерес приумножается. Поздравляем всех участников. Посещали второй вами. Срок президентского Медведева, Дмитрий Анатольевич. Спасибо вам большое. Поздравляем вас. Назад чуть-чуть. Восхищаемся. Прекрасно все представлено. Какие ваши впечатления? Несколько слов. Интерес, он неподдельный к этой выставке, и интерес приумножается. Поздравляем все участники. Содержали второй срок президентский Медведева Дмитрий Анатольевич. Спасибо вам большое. Господин Радей, как впечатление ваше от церемонии награждения? Впечатление очень сильное. Поздравляем! Да здравствует второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Наша земля, ее тоже нужно любить. Всего вам доброго и хороших впечатлений. Уважаемый господин президент России Дмитрий Анатольевич Медведев, мы с госпожой Воликовой Нестеровой Метлицкие высочайшим просим избирательства на второй президентский срок. Спасибо вам, Ваня Отца, Сына Святого Духа. Мы с Медведевичем Бугран берем второй президентский срок Медведева Дмитрия Анатольевича. Высшие награды отдельные медали у Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировна Ильича Медведева, Владимировича Путина, Людмила Александровна, Мария Владимировна, день Путина, Сергея Жизжая. Госпожа Голикова, только что госпожа Голикова поддержала второй президентский срок Медведева. Срок Медведева, самый передовой курс Медведева Путина, Собянина, партия «Единая Россия». Мы гимн поем второму президентскому сроку Дмитрия Анатольевича Медведева. Пешка всенародная. Поздравляем вас, вы наши герои, восхищаемся. Поддержите второй президентский срок Медведева. Спасибо. Дмитрий Анатольевич, мы вас очень просим, избирайтесь на второй президентский срок. Желаю вам успехов и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Именно Москва всегда была и есть центр славянского мира. Центр славянской письменности и культуры. И Владимир Анатольевич Шаманову тоже. Высшие награды Медведеву, Путину, Шаманову, Собянину. За второй президентский срок Медведева. Дмитрий Анатольевич, мы вас очень просим, избирайтесь на второй президентский срок. Наша Россия. Владимир Анатольевич Шаманов поддержал. Спасибо вам. Восхищаемся вашим подвигом. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Поздравляем вас, уважаемый господин президент России, верховного командующего вооруженными силами России Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлану Владимировну, Илью Дмитриевичу Медведеву, Владимировича Путина, Людмилу Александровну, Марию Владимировну, Екатерину Владимировну Путину, Сергея Семеновича Собянина, патриарха Кирилла, партию «Единая Россия». Поздравляем вас, мы Нестеровы Метлицкие. Поздравляем вас с победой, триумфом, успехом. Мы выдвинули на второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Дмитрий Анатольевич, мы вас очень просим, избирайтесь на второй президентский срок. Наша Россия, наша Россия. В бой человека любит Бог неси, и тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Во святому славному пророку Божию или помолимся. Прихвальный и причудный пророче Божий Илие, равно ангельным житие Твоем на земле просиявы. Сего ради и мы недостойные грешные, смиренно молимся Тебе, честный Божий пророче, сподобен и достойно славите,
и воспевать и причесное Твое заступление, да обретши Тя великого ходатая, богатые милости от Господа сподобимся, тем же и ныне, славно ублажающий Тя молим, огради миром державу нашу, град наш, и избави нас от всякого навета вражия, от глада и труса, и огня молниного, и не забудены грешные, пресветлую память Твою празднующая, и непрестанно славящая, прославшего Тя Господа во веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преосвященнейший Владыка, благослови. Христос, истинный Бог наш, молит ради Пречистой Своей Матери, святых, славных и всехвальных апостолов, святаго пророка Божия Илии и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Поздравляю вас. Просим, поддержите второй тринянский срок Медведева. Победы, поздравляю второго тринянского срока Медведева. Поздравляю второго тринянского срока Медведева. Поддержите второй тринянский срок Медведева. Просим вас. Спасибо. Спасибо. Поздравляю вас со второго тринянского срока Медведева. Лучшие награды Медведева Воробьева. Поддержите второго срока Медведева. Спасибо. 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 Медведев Путин, Собянин Иван, герой Москвы. Поддержите второй тринянский срок Медведева. Спасибо. Поздравляю. Все высшие награды Роме и Дороны Фестивальной Медведеву, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Владимир Катерине, Владимир Путин. Поздравляем с победой, триумфом, успехом второго претендентского срока Дмитрия Анатольевича Медведева, курса самого прогрессивного рядового Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия». Да здравствуй, народ президентский срок Дмитрия Анатольевича. В этом сила культуры, в этом же сила и церковной традиции. Деятельности правительства Москвы и развития города. Славянский мир, славянская культура, славянская письменность всегда были и останутся прочным фундаментом России, ее дальнейшего развития. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, мы еще очень просим вас избираться на втором месте. Спасибо. Thank you.